В Сургутской филармонии состоялась премьера концертной программы «Волшебная флейта». Историческая опера с разговорными диалогами космического содержания на протяжении 200 лет ставилась в самых различных вариациях. В этот вечер главным исполнителем всех партий сказки стала местная хоровая капелла «Светилин». Артисты исполнили самые известные отрывки из этого произведения. Каждый присутствующий смог насладиться разнообразием образов и удивительной красоты музыкой известного австрийского композитора.